всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится безрассудному, который построил свой дом на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И было падение его великое. Что это значит? Полное разрушение. Этот евангельский отрывок слышали или читали многие. Но понимаем ли мы, о чем идет речь? Дом символизирует человека, его жизнь. Камень – это основание, на котором она строится. Как построить жизнь на столь твердом фундаменте, чтобы ветры и ливни, испытания и невзгод, боль и отчаяние, страдания и несправедливость не разрушили ее? Это основание, этот нерушимый фундамент есть мировоззрение человека, а еще точнее его вера. Но прежде чем говорить о религиозной стороне вопроса, надо понять, что такое вера вообще в широком понимании. Дети до определенного возраста безоговорочно верят родителям. Ученики и студенты верят своим наставникам и профессорам как авторитетным носителям знания. Вера – это доверие и убежденность. Можно сказать просто, без веры жизнь человека была бы невозможна. Черви сомнений во всем и вся, тоскливая подозрительность разъедают душу. Без веры жизнь человека – это одиночество и пустота. Веру невозможно навязать, нельзя убедить того, кто не хочет верить. Вера существует не ради самой себя, но ради человека. Если вы не верите, когда идете к врачу, что он вас вылечит, то зачем тогда вообще идти? Купите в аптеке порошков и пилюль, может, вам повезет, и вы вылечитесь сами. Богу не нужно ни во что верить. Он просто все обо всем знает. Верой человек может сделать лучше себя самого, а не Бога. Перед величием Абсолюта одинаково ничтожны и человеческая вера, и безверие. Бог не хочет, чтобы люди верили ради Него. Он хочет, чтобы люди верили ради них самих. Земная жизнь имеет предел. Самый страшный и неумолимый враг человека – смерть. Никто не в силах ее избежать. В основе любого человеческого страха, боли, голода, бедности, одиночества, страха быть униженным, лежит древний ужас смерти. Любая надежда на спасение разбивается о мысль, что это спасение временное. Смерть все равно придет за тобой рано или поздно. Неужели совсем нет надежды? Земное счастье ускользает от нас. Если земная жизнь оканчивается, человек превращается в горсть земли, и на этом все, да, такая жизнь смысла не имеет. Если нет жизни вечной, если нет источника абсолютного добра. Вера христиан состоит в том, что надежда на спасение есть. Но это надежда более высокого свойства. Она говорит нам, что смерть – это не конец, что есть жизнь после смерти, жизнь вечная. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – краеугольный камень христианской веры,
дает людям эту высшую надежду. Воскресение побеждает смерть. Именно поэтому мы называем Иисуса Христа Спасителем. Мысль о реальности воскресения приходит всякий раз, когда утром мы просыпаемся живыми после забытья сна, временной смерти. И мы благодарим небо за пробуждение, за еще один день впереди. И уста сами шепчут: «Господи, благодарю Тебя за этот новый день. Дай мне прожить его достойно». Как обрести это чувство вечности? Как поверить, что смерть не конец пути? В каждом человеке есть невидимая реалия, его душа. Что в человеке любит, сострадает, печалится? Тело? Нет. Иисус Христос говорит ученикам: «Царство Божие внутри вас». Есть частица божественного в смертном человеке, в каждом из нас. Только вдумайтесь в это, поверьте, что вы бессмертны. Даже люди, далекие от религии, хотя бы раз в жизни дослышали выражение «Нагорная проповедь». На склоне горы, которую называют «Горой блаженств», что стоит на берегу Галилейского моря, прозвучали из уст Иисуса Христа никем не слыханные ранее слова. Всякий, кто бывал на горе блаженств, знает, какой дивный вид открывается с высоты. Созерцание настраивает на особый лад. Небо становится ближе. На глади воды отчетливо видны две полоски. Верующие говорят, что это следы ног Христа, оставшиеся после его прогулок по воде. Там, на Галилейском море, рыбачили апостолы, и там он позвал их за собой. И так же, как он позвал их, он зовет нас. Бог стучит в сердце человека, надо только услышать его зов. Можем ли мы ходить по воде? Ответ, возможно, покажется вам безумным. Можем, но как? Надо просто верить, что это возможно. Преодолеть земное притяжение, вернуться к божественной природе, которая в человеке исказилась после грехопадения. Человек создан бессмертным. Люди просто забыли об этом. И настанет тот миг, когда сверкающая истина бессмертия вновь озарит человечество. Старый мир будет упразднен, будет новая земля и новое небо, и жизнь вечная. Нагорная проповедь начинается 9 удивительными вероучительными формулами. Христиане называют их блаженствами. Почему? Да потому что именно они и дают возможность обрести состояние, которое люди называют счастьем. Блаженные – это подлинно счастливые. Это жители неба, нездешнего прекрасного рая, в котором нет страдания, болезни и смерти. Мы даже не можем вообразить, какая красота и гармония там. Каждое из блаженств – это камень, положенный в основании дома, который мы хотим построить. И каждый из них заслуживает того, чтобы его прочесть и хотя бы чуточку приблизиться к пониманию. Блаженны нищие духом. Мы все нищие с точки зрения знания о реальности и моральных качеств, или, проще сказать, доброты. Мы нищие с точки зрения значимости совершаемых нами дел. Мы что, накормили тысячи голодных, исцелили множество больных, помогли сотням нуждающихся? Осознание духовной нищеты избавляет человека от злого духа высокомерия и ложной значимости.
это трудно. Мы же все считаем себя приличными людьми. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Второй камень сделан из странного чудесного материала – человеческих слез. Странно, не правда ли? Всегда ли слезы – признак слабости? Высокомерие не знает слез. Оно хвалится тем, что никогда не заплачет. Православные люди говорят, за смех человеку всегда придется каяться, но никогда не за одну единственную слезинку. Евангельские слезы – это не слезы о потерянном земном богатстве. Это слезы о потерянном рае. Кто никогда не плачет, никогда не почувствует утешения. Только расплакавшийся ребенок может утешиться, когда мать приласкает его. Третий камень – кротость. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кротость проявляется в добровольном отказе от власти. Кроткий, даже занимающий скромное положение, понимает, что он поставлен в эти условия не случайно, что за этим стоит воля Бога, создавшего и этот мир, и этого человека. Кроткий терпеливо переносит любые, даже невыносимые обиды. Представьте себе Христа перед озверевшими судьями, которые бьют его, ругают, плюют в лицо. А он стоит спокойно и безгласно. Сверкающая тишина его души столь же прекрасна, сколь и непостижима. Разве море выходит из берегов, чтобы потопить безумца, бросающего в него камень? Кроткие, вы получите в наследство всю землю. Не имеющий кротости не унаследует ни пяди, ни здесь, ни в раю. Четвертый камень в фундаменте дома жизни – жажда истины. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Трудно переносить жажду и голод. Но многие ли готовы терпеть жажду и голод ради истины, когда потребность в правде и добре, когда священная жажда небесного важнее, чем сама земная жизнь? А обманчивую жажду мирских удовольствий никогда нельзя будет утолить ни на этом, ни на том свете. И никто не в состоянии ничего из земного скарба взять с собой в вечность. Да оно там и не нужно. Пятый камень – милосердие. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Самый чистый источник милосердия – сострадание. Если некто дает милостыню из гордости, чтобы выглядеть хорошим в глазах других людей, его собственной душе – много ли проку от этого? Самая высшая форма проявления милосердия – это жертвенность, готовность отдать жизнь за другого. Тот, кто ценит земные блага больше, чем душу, тот не может быть милосердным. Блаженнее отдавать, нежели брать. Когда святой Григорий Двоеслов был избран епископом Рима, он плакал. Больше всего святой боялся потерять свою бедность из-за высокого сана. Христиане знают о том, что человеческая история рано или поздно завершится, и человечество ждет последний или страшный суд Бога. Только милосердные, способные прощать и жертвовать собой, будут помилованы тогда. Шестой камень – чистота сердца. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Чистое сердце человека – это зеркало, в которое смотрится
сам Бог. Он написал свое имя повсюду, и его присутствие угадывается в любой загадке природы, но просто и без загадок. Он показывает себя в чистом сердце человека. Чистое сердце похоже на горный хрусталь. Свет небес свободно проходит сквозь эти прозрачные стены, не находя преград. В таком сердце нет ни гордости, ни злобы, ни зависти, ни жадности. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Бога. Мир и покой – седьмой камень в фундаменте строительства жизни. Сердце человека, полного дурных мыслей, не может быть чистым. Миротворец призывает к братству и братолюбию. Гражданский мир всегда непрочен. Не сограждане, но лишь братья могут иметь настоящий мир в Боге и взаимной любви. Восьмой камень. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Злоба, поселившаяся в мире, нападает на тех, кто строит дом на драгоценных камнях веры. Подобно тому, как разбойники грабят богатые дома, дух зависти и злобы нападает на богачей духовных. Гоним был и сам Иисус Христос. Терпение страданий за правду – самый прочный материал для возведения дома на камне. И вот, наконец, мы подошли к девятому камню. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Снова речь идет о гонениях. Только в этом случае о гонениях не за правду, а самого Христа, веру в Него. Два последних камня чудесного фундамента сделаны в сущности из одного и того же материала, из страданий за истину и за того, кто является ее источником. Спаситель говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Ложь, клевета, издевательство, мучения ждут того, кто верит в Христа. Это и есть последние и самые страшные испытания прочности камней, на которых христианин строит жизнь. Вереницы первых христианских мучеников с радостью шли на смерть с пением духовных гимнов. Это так сильно действовало на окружающих, что среди палачей тут же находились те, кто добровольно исповедовал веру в Спасителя и сразу же попадал в руки палачей, умножая число исповедников. Мученики за Христа – истинные строители дома на камне. Девятый камень завершает строительство фундамента жизни. Оно начинается с камней смирения и кротости, а завершается драгоценными камнями мученичества. Над девятью камнями высится нечто, напоминающее десятый. Он, как маяк, освещает всю конструкцию. Христос завершает проповедь блаженств словами: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Радость, веселье и награда. Не та земная радость, что всегда кончается, но радость бесконечное. Не то бесшабашное мирское веселье, что всегда завершается горечью и разочарованием. И не та награда, что дается как плата наемному работнику, но божественный дар любви. Эта чудесная башня радости выглядит скорее спускающейся с небес, нежели поднимающейся от земли. Бог идет навстречу человеку, возводящему дворец своей души. Вы соль земли, вы свет миру. Что
что означают эти слова Христа. Они показывают, сколь ценны для мира истинные христиане. Метафора соли проста. Соль сохраняет от порчи продукты. Кроме того, в давние времена она стоила дорого. Христиане сохраняют мир от зла. Если христиане потеряют свою силу, то перестанут быть драгоценностью. Столь же очевидна метафора света. Источником света является Христос, которого еще называют солнцем правды. Он солнце, а христиане его лучи. Каждый из нас – это маленькое солнце, отражающее божественный свет. Когда люди видят нелицемерную веру другого человека, они согреваются лучами этой веры. Существуют тысячи определений любви, и все же большинство людей смотрят на это чудо, на эту сверкающую добродетель просто земными глазами. И тогда, в день Нагорной проповеди, непостижимыми казались людям Ветхого Завета слова Христа о любви к врагам, о субботе ради человека, а не ради ритуала и внешнего благочестия. Так что же есть любовь? Люди Ветхого Завета, привыкшие слышать от своего духовенства пространные рассуждения об обрядах и обычаях, могли решить, что Христос несет некое новое учение, противоречащее закону Моисея. Спаситель разъясняет, его учение не новое. Оно раскрывает более глубокий смысл уже известных заповедей. Ветхий закон, не обладая благодатной возрождающей силой, не мог помочь человеку преодолеть зло внутри себя. Главное внимание его сосредоточено на поступках человека. Праведность понималась упрощенно. Человек, не совершавший явных преступлений и соблюдавший предписания обрядового закона, почитался праведным. Известно, что пока корни сорняка остаются невредимы, подрезание его стебля лишь временно сдерживает рост вредителя. Пока зло гнездится в сердце человека, грехи и преступления неизбежны. Живой Бог, Творец всего сущего, для того и пришел в мир, чтобы выкорчевать сами корни зла в человеке, злые чувства, которые делают человека убийцей, гнев, злобу, ненависть. Чтобы мы не держали черноту в сердце, Христос призывает прощать обидчиков. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Седьмая заповедь Ветхого Закона – не прелюбодействуй, то есть не нарушай супружеской верности. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Грехи тела зарождаются в душе. Что же делать? Любые темные желания надо пресекать при их зарождении, пока они не овладели мыслями и волей человека. Спаситель знает, как трудно бороться с желаниями тела. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиену. Это образная речь. Можно сказать по-другому. Если что-то или кто-либо так дороги тебе, как твой собственный глаз, но они соблазняют тебя, в таком случае избавься от этой вещи и прекрати любые контакты с соблазнителем. Лучше отказаться от общения с ним, чем лишиться вечной жизни. Вы слышали, что сказано древними? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. Вы слышали, что сказано?
«Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Солнце одинаково светит и на добрых, и на злых. Ветхозаветный закон допускал месть, но старался ограничить ее. Однако это не решало основной проблемы – полного прекращения вражды. Христос дает возможность уничтожить месть в самом ее зародыше. Как? Прощать. Не вступать в пререкание. Огонь не погасить огнем, злобу не искоренить местью. Есть только одно оружие против зла – любовь. Даже если наш обидчик не сразу будет вразумлен, главная цель будет достигнута. Зло не станет, подобно раковой опухоли, разъедать нас изнутри. Мы уступили физически, но победили духовно. Слова «не протився злому» вовсе не означают трусливую капитуляцию перед злом. Злу просто отказано в самом праве на существование в сердце человека. Любовь имеет много форм и оттенков проявления. Самое простое – это недопущение злобы, преодоление желания мстить, кажущееся невозможным прощение обидчиков. Но это только начало пути. Более совершенные формы любви – кроткое терпение любых неприятностей, добрые поступки и мысли по отношению к тем, кто нам не нравится. Наконец, чувство сострадания к врагам, даже любовь к ним, молитва за них и желание им добра. Пример такой совершенной любви показал сам Иисус Христос, когда на кресте кротко молился за своих палачей. Нагорная проповедь возводит человека на самую вершину добродетели. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Это трудно, но это не невозможно. Да, только скажешь светской кампании о любви к врагам, тут же получишь прозвище «слюнтяя». Люди будут крутить пальцем у виска, показывая на тебя, но другого пути нет. Придется терпеть. Начинать в любом случае придется с самого себя. Любовь не повинуется инстинктам, не вызвана игрой гормонов, физико-химическими процессами в организме. Любовь лежит в основе мироздания, потому что Бог есть любовь, а человек – это образ и подобие Бога. Значит, и мы тоже любовь. Во времена земной жизни Спасителя добродетель была в почете. Иудеи соревновались, кто чаще и дольше молится, строже постится, более щедро дает милостыню. Это неизбежно вело к тому, что формально добрые поступки вели к лицемерию и ханжеству. От доброты оставалась только видимость, скорлупа без содержания. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас». Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. По-настоящему ценны те добрые дела, что совершены в тайне, не на показ. В Нагорной проповеди говорится и о посте. К сожалению, многие современные христиане в угоду своему телу вовсе пренебрегают подвигом воздержания. Без укрощения желаний невозможно очистить сердце. Увы, мы теперь живем в совершенно иных условиях и нравственных стандартах. Вряд ли в наши дни станут хвалить человека за пост или молитву. Скорее будут его высмеивать, как чудака. Христианам приходится волей-неволей
скрывать свои добродетели. Все люди, даже весьма светские, слышали слова «Отче наш». В Нагорной проповеди Христос дал людям пример молитвы. Она так и называется – «Молитва Господня». «Отче наш». Мы обращаемся к Богу, как к своему Отцу, и говорим «наш», а не «мой». Христиане – единая семья, все дети Небесного Отца. Эта молитва соединяет всех нас в единое целое. «Сущий на небесах». Взор молящегося устремляется к небесной отчизне. «Да светится имя Твое». Бог не становится святее от наших слов. Прославляя Его, мы делаем святее себя. Имя Его тверже стали и ярче света. Помните, люди, имя Бога в каждый миг жизни, и в радости, и в печали, и в смертный час. Да придет Царствие Твое, пусть явится в сверкающей вышине Царство света, мудрости, силы и славы. Смотрите, вот сильный человек, дайте ему корону, кричит глупая толпа. Корона безмолвно переходит с головы на голову, но какова истинная цена земной власти? Цари, мнившие себя великими, ныне лежат в могилах рядом со своими подданными. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Воля Бога мудрая, ясная и святая. И небо, и земля, люди, звери, растения, и звезды, и галактики, и ангелы – все в этой воле. Отец наш, сделай так, чтобы воля людей стала мудрой, ясной и святой, как Твоя. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. Кто может накормить голодных? Только тот, кто создал это тело, алчущее земного пропитания, создал и душу, требующую небесной пищи. И небо, и земля – нивы Бога. Где бы человек посеял хлеб свой насущный, если бы Творец не создал этот мир? Люди, молитесь не только о своем, но о нашем хлебе. Сегодня родилось множество новых живых существ, тысячи новых творений, которых вчера еще не было, рождаются под тем же солнцем, что и миллиарды живших и живущих. Наш хлеб. Мы не одни. Нас много, детей Небесного Отца. Если у вас есть сегодня пища, а рядом с вами кто-то голоден, разделите с ним свой хлеб и увидите, как оставшаяся часть станет слаще, потому что она освящена любовью. Люди, просите сегодняшнего хлеба. Ни у кого из вас не будет хлеба завтра, если Бог снова не позовет вас на свою трапезу. Смиритесь перед святой волей те, для кого этот день будет разделительной линией между жизнью и смертью. Смерть – это не конец пути, а вход в вечность. Прости нам долги наши, как и мы прощаем нашим должникам. Человек почему-то скорее грешит и нарушает заповеди, чем стремится понять и исполнить их. На бегу, в суете, он отмахивается от них, как от чего-то докучного, неважного. Бог прощает людям грехи, а люди казнят ближних за пустяковые поступки. Люди каждый день оскверняют землю тысячами ужасных преступлений, а Бог каждый день
согревает их ласковым светом своего сияния. Разве это справедливо? Люди, учитесь прощать, как Отец Небесный прощает любимых и неразумных чад. Так вы станете достойными Его любви, вечно возвышающейся над грехом человеческим в своем великом, безмолвном терпении. И не введи нас в искушение. Человек опутан искушениями, как пленник веревками. Жажда богатства, власти, славы, комфорта, удовольствия. Все это так манит несчастных людей, они начинают думать, что этот мир и так хорош, без Бога. Он как будто исчезает, когда приходит искушение. Человек оборачивается в беспокойстве и спрашивает себя, где он? Бог есть или его нет? Искушения забрасывают в людские головы одни и те же вопросы. Что ты думаешь о Боге? Где он и кто он? Ты с ним или без него? Нет нужды искать ответы на эти вопросы. Можно сказать, что нет никаких вопросов, а есть одни ответы. Сам этот мир существует только для того, чтобы люди знали, что Бог есть, и разговаривали с Ним. Но избавь нас от лукавого. Бог сотворил нас из ничего, сделал из нас нечто, дав нам свой образ и подобие. А люди все время тянутся к злу и снова превращаются в ничто. Человек сам согревает у своего сердца змею, которую боится больше всего на свете – смерть, как заражение от микробов зла. Кто может преградить ему путь? Только Абсолют. Только тот, кто является причиной всего. Пристрастие к богатству не пускает человека в небо. В Нагорной проповеди Христос прямо запрещает христианам обогащаться. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Собирайте сокровища на небе. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Невозможно одновременно служить Богу и деньгам. Конечно, это не относится к труду ради пропитания себя и своей семьи. Ради обогащения человек предается суете, делается склонным к злу. А материальные блага непостоянны и тленны. Человек все равно вынужден будет оставить все на земле, когда настанет его час. Вместо того, чтобы отдавать все силы накоплению тленного, лучше позаботиться о приобретении вечного. Талант, умственные и душевные способности, вера, мужество, воздержание, терпение, верность, сострадание, великодушие. Самым ценным богатством является святость, которая только кажется недостижимой. Мы приходим на эту землю, чтобы стать святыми. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Вы когда-нибудь обращали внимание, сколько времени люди проводят в пересудах, сплетнях, в осуждении всех и вся? Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Лицемер, вынь прежде бревно из глаза своего. Фарисеи скрупулезно соблюдали обрядовые мелочи, ритуальное очищение посуды и мебели, уплату десятины с мяты и аниса, и в то же время ненавидели и обижали людей. Они осудили на страшную смерть невинного Иисуса Христа. Право судить принадлежит только Богу. Если человек осуждает кого-либо, то незаконно узурпирует это право.
«Просите, и дано будет вам». Христос говорит о надежде на Бога и постоянстве в делании добрых дел. Просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят. Есть ли такой человек, который, когда сын его попросит хлеба, подал бы ему камень? Если вы, будучи злы, умеете давать благо вашим детям, тем более Отец наш Небесный даст просящему его. Даже злые дают своим детям. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Как просто и как мудро. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Широкий путь – это жизнь земными благами и удовольствиями. Узкий путь – исправление сердца и любовь. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные. Учитесь различать ложь и истину. Как? По плодам. Что принес Спаситель на землю? Любовь и надежду. Что приносят лжеучителя? Зло и смерть. Христос предостерегает учеников от ложных пророков, учит не доверять их красноречию, но смотреть на результаты их деятельности. Не может дурное дерево приносить добрые плоды. Вредные плоды всех лжепророков – гордость и отторжение людей от Царства Небесного. Фундамент веры делает человека стойким против неизбежных испытаний и напротив беспечное существование, тот самый дом на песке, ослабляет человека и делает его легкой добычей зла. Горную проповедь, притчи Христовы и все Евангелие можно было бы назвать книгой о счастье, о трудном, но радостном и святом блаженстве. Евангелие – книга счастья, мудрости и жизни. Протяни руку, возьми книгу, прочти ее.